Всем привет, друзья, канал Мусалин. На работе у нас Range Rover. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию четырех дверей. Делаем по программе Alim Premium. Наносим 4 слоя. Поэтапно показываем. Первый слой — это у нас вибропласт. Толщина его 3 мм. Тщательно прокатываем валиком его. Клеим мы его на горячую, предварительно разогреваем в печи. Второй слой мы наносим мембранную шумоизоляцию Integra 6 мм. Третий слой. Клеим также вибропласт 2 мм толщина. Четвертый, заключительный слой. Мы наносим на дверные обшивки. Это у нас эксперт, толщина его 15 мм. Такие слоя мы используем в данной программе. Доделаем, соберем, проверим. Дадим мобильному владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!